Неделя с Ведунасом. Прошел целый год от прошлого сборища в Бетены. И опять первое воскресенье августа в усадьбу Берюте и Казимира Жемгули съезжаются машины. Последователи Ведунаса собираются, уже зная, что задача человека – это возвестить человечность. В это лето 2010 года каждый прожитый за неделю день можно приравнивать к походу. Повернувшись мыслями на прожитые за неделю события, трудно поверить, что всего было так много. Поднятие знамени. Батис Богдановичу зовет всех для поднятия знамени и открытия пленера. Мы собрались, чтобы побыть вместе эту неделю, чтобы подышать воздухом этого края и снова побыть с духом Ведунаса. Зенис Юргелайтис из Панивежиса говорит, что весь год тоскует по этой усадьбе и по хозяевам, как по настоящим патриархам этого места. Он радуется, что вождь стал почетным гражданином города Пагиги. И благодарит летописцев, которые не забывают и присылают разные припоминающие наши собрания фильмы. Он благодарит именем всех здесь собравшихся, потому что больше ничего не имеет. Председатель общества Ведунаса дополняет: наши труды сохранятся для будущих поколений. И в этом большая заслуга этих людей. Диана из киностудии «Гильдия» сказала, что если будет желание и свободное время, то можно посмотреть фильмы о прошедших в этом году мероприятиях. Здесь вот, под липами. Антанас Тунгурис из Щауляя говорит, что его год делится на две части – до пленера и после. Это часть его жизни. И спасибо всем. Хозяева усадьбы Берюте и Казимира Жемгули здороваются со всеми. Дорогие, рады вашему прибытию. Хорошего вам настроения, ясной погоды, хороших впечатлений и вернуться на следующий год. Прибывшие из разных городов люди вместе отправились на гору Рамбинас проводить спускающееся солнце. Вечер был теплый и тихий. Дружески усевшись на лестнице, все объединились в общем звучании песни. Кедрский питинник, культуролог регионального парка Рамбинаса, рассказывает старую историю, как в 19 столетии местный трактирщик якобы дарил детям конфеты за то, что они с ним здоровались, а в конце месяца созывал их родителей и предъявлял им счет. Знамя мира у жертвенника на горе Рамбинас. В
пленер прибыли единомышленники из Судурского края. Вилия Жаленя говорит, что труды председателя общества Ведунаса как магнит тянут к себе людей. Они желают этот свет укрепить и вручают Васюсу Богдановичусу синий кремень, зная, как не просто зажечь огонь из кремня, но терпеливый вознаграждается особенно чистым и ярким пламенем огня. Вилия благодарит за труды во имя Ведунаса и во имя Литвы. Она желает всем, чтобы их вело знамя мира, чтобы оно не только охраняло, но и вдохновляло, чтобы в эти дни хаоса и перемен мы смогли сохранить равновесие и силу, чтобы шли всегда со светом. Вацис Богдановичус дополняет речь Вилии и говорит, что благодаря этим людям под Судурским небом в их родном крае уже звучит слово Ведунаса, и жив дух его, и это большой доспех. В 1991 году, в октябре, из Детмольда, Германия, прах Ведунаса был перевезен в Беттены. Собравшиеся у могилы Ведунаса исполняют гимн общества, Ведунасом сочиненную песнь. «Мы дети Литвы, будем стоять сердцем, твердью нравственности». Рука в руку, все за Литву, родину Литву. Мяс Литву свайкай, сто весим вянщичей, тверта нора, ранкой ранка. Сочиненная Ведунаса молитва самопостижения. Я есть луч того необъятного света, в котором живу, в котором находится моя суть. Вечный я путник, идущий сквозь времена и на долинах времени, строящий себе храм. Святыня горы Рамбинас. Песня богини огня Габии. Вилия представила с ней прибывших людей, посвятивших себя свету и красоте. Йолита, Вайдотас, Линета и Рита. Мы все чувствуем, что Ведуна жив. Чувствуем свет его духа. И огонь счастья, который горит на алтаре, зовет наши сердца пылать.
Наш народ свободен, независим. А мы сами столько не зависим, сколько в нас есть света. Окружив этот алтарь кругом жизни и глядя на пламя Габии, мы все свободны, насколько в этом мире наш дух, душа осмеливается произнести свою правду. Да будет свет, да будет любовь, да будет мудрость, да будет слово Ведунаса, вдохновляющее наш народ на великие дела и подвиги. Žirgelius balnojos, žirgelius balnojos, su žirgais kalbėjo, juodbėrėlį josim pas mergelę, oi žirgelį juodbėrėlį josim pas mergelę. Читается выдержка из мистерии Ведунаса «Наше завоевание». Это жертвенник Лаймы, наверное, здесь место нам назначено. Но все еще не знаю, как оно зовется. У камня спросим. Камни и жертвенника Лаймы. Слушайте, как поет камень. Да, прекрасно, как больно гудит. Однажды здесь я видела молодых солдат. Они шли на войну. Печальные подруги их проводили до камня. Вояки были смелые и победили, но сюда вернулись только их боли. Мощь огня, сила огня, соедини нас, укрепи нас. Dabar mes girdėjom mokytojų žodį, mokytojų balsą, o mokytojai visada palieka savo auklėtinius, jaunesnę kartą. Jie žinoma savo auklėtinių dabar neatsivežė, bet yra jaunesnioji karta čia vietoj, prie rambino auganti ir brestanti. Lyg nuilsęs nemuns teka. Jūron leidžiasi žemyn, bet rampyną dar išvydės, liejasi pas jį artyn. Švens švelnumas kalną dengia, tartum išplėsti sparnai, ir šventumas paslyg žengia ant rampyno šviestumai. Iš tilžės žodžiai nemunų plaukia, papačio žiedą kelia rambynas, ir lėtas būdas krašto ir rašto į dangų auga su žolynais. Kur kalnas rambynas, lyg sveikindams moja, kur nemunas senas per lauką banguoja, kur tamsiosios girios šlamėdamo šneka, kur jūra šešupė į nemuną teka, kur mūsų probočiai gyvenė yra, čia mūsų tėvynė, graži Lietuva. Sens rambynė, tu garbingas, būsi visad mum viltis, juk spindėjo stebuklingai nuo tave šventa ugnis. Ženklų būktų mūsų tėvynės, sens rambynė visada, kaip ir bočiai priešų gynės. Mes apginsim Lietuvą! Bet šiandien mes norim patikrinti, ar moka piešti Vidūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius. Prašom, nupieškit Vidūno pėdą, o vaikai gėlėmis tą pėdą papuoš. Kartais galvos nepametė. Šią naktelę per
buvo, panašau slūgą, panašau didumą, panašią avalinę dėvėjau kaip aš. Tai ta bėda tikrai netoli nuo teisybės, o jin čia kažkur tikrai buvo įminta. Kuom jie betaptų, kad Vydūno dvasia žodis jos visada lydėtų, kad jie su pasididžiavimu galėtų sakyti, mes iš Bitėnų, ten kur Vydūnas vaikšto, mes iš Bitėnų, ten kur Vydūnas ilsisi, mes iš Bitėnų, kur prie aukuro Vydūnas dainuodavo ir vaidindavo. Jį nuolatos būdavo ir kalbas sakydavo, mes irgi Vydūną pagerbėm ir gerbsim. Ir kad tai tokiai staptume, tai noriu padovanoti po knygelę, po dvi knygelės vieną, kuri vadinasi kaip tapti saulėtų žmogum. Jūs jau tampa tai saulėtai žmonėm, bet gyvenimo kelyje, žinoma, bus daug sunkumų. Galima ir į tamsą kažkur tai nuklysti, bet kaip nenuklysti, kaip būti, kaip tapti žmogum, šitą knygelę jums pamokys. O kita knygelė yra Kaimo didvyris. Tai yra pasakojimas, kaip jaunikaitis, jau trupučiuką vyresnis už jūs, sugalvojo kovoti su blogybėm, kurios apniko kaimą. Ištarti žodžiai, ir tie neištarti jūsų žodžiai. Visa tai yra taip didinga, taip gražu, taip skaidru, taip tyra, kad norisi nusilenkti iki žemės. Tai žemynai, kuri mus visus nešioja. Tai motuliai, kuri neša mus per kosminės erdves į amžinybę. Tai šviesai, kuri mus visus čia atvedė. Ir tai vienybei, kuri mus visus subūrė, kad skambėtume tarsi Vydūno arfos stygos. Kad ir koks bebūtų sunkus kelias, kad ir kokie išmėginimai mūsų lauktų. Visada prieš akis Vydūno spindintis žvilgsnis. Žvilgsnis kupinas gyvybės. O jis savo veikalais vis mus mokė gyventi taip, kad kuo pilniau mumis tą gyvybę apsireikštų, kad kuo darniau gražiau jis skambėtų. Ir jeigu mums tai pavyktų, mums visiems, kurie čia esame, parnešti nors dalelę tos šventos gabijos ugnies savo artimiesiams, savo šeimoms, savo draugams, savo bičiuliams, savo pažįstamiems ir tiems, kuriuos sutiksime gatvėse, aš manau, kad šis mūsų sambūris tada bus tikrai prasmingas, didingas, ir kupinas viltingos šviesos. Ačiū Jums. Ačiū. O dabar. Mes Lietuvos vaikai stovėsim vienširdžiai. Thank you.
поездка в Тильзит. Сегодня часть прибывших в Беттены людей поедут в Тильзит. Полчаса езды, и мы уже у моста королевы Луизы, разделяющего два государства. Сразу за постом таможни нас встретила Данутя Нарушайте Власичева, руководитель общества литовской культуры «Бируте». Пребывание в гостях началось с осмотра музея истории и города. Директор музея Анжелика Шпилева с содержательным рассказом вела нас от стенда к стенду, на которых улеглась богатая история города Тильзит. Дата основания города Тильзит считается 1288 год. В 1552 году герцог Альбрехт предоставил поселку городское право. В 1807 году 7 июля здесь был подписан мирный договор между Россией и Францией, после которого государство Пруссии практически перестало существовать. В 1946 году Тильзит переименован в Советск. Из музея наша дорога повернула к костелу. Спешили навстречу к ксензам Анупрам Гаурунскасам. Приятно, что вы не забываете, приезжаете к нам. Богослужение в костеле проводится на литовском и русском языках. Ксенза Анупр Гаурунскас рассказывает, как его позвали крестить ребенка. Он начал подготовление на русском языке. Думаю, и что я теперь плохого сделал? Этот старый человек мне говорит: я 2 дня искал литовского ксенза, а ты мне здесь устроил русские крестины. Не надо, уходи. Тогда я спрашиваю у его сына, почему мне не сказал, что ты литовец и что это твой ребенок. Мы бы сразу все начали по-другому. Мне было радостно, и я немножко растерялся. Но еще не был начат обряд, и мы перешли на литовский язык. После теплого общения ксенз нас проводил до консулата, где встретились с консулом Литвы в Тильзит Арунасом Каминскасом. Поблагодарили консула за посредничество, ведь в гостях пребываем по договоренности о культурном обмене. Интересуемся, как консулу удается здесь представлять наше государство, Литву. Не умею я себя оценивать. Пусть это делают другие. Если бы не было проблем, то и мы здесь не были нужны. Общество литовской культуры «Бируте» и музей Ведунаса основались в Бригантине, центре национальных культур. От костела до Бригантины 5 километров нас вез ксенз Анупрас Гаурунскас. В Бригантине существует два общества – литовцев и украинцев.
Они немногочисленны, по 50-60 людей. В центре нас встретил руководитель общества украинцев Владислав Лисий. Это вот корова у нас всегда, сток сена, возле стога сена лежит корова, и возле них все время фотографируется. Осмотрели комнату общества украинцев. На втором этаже обосновывалось общество литовской культуры «Бирутте». Спросив, кто обществу подарил крест, узнали, что его сделал отец Дануте. На полках книги на литовском языке. На стене висит флаг Литвы. Рядом символический флаг общества, привезен в подарок гостями из Литвы. Данутя Нарушайте Власичева рассказывает историю своей семьи. Когда начались ссылки в Сибирь, люди прятались. А мой отец приехал сюда, хотя в 1946 году здесь могли жить только люди, имеющие разрешение. Как отец получил разрешение, она не знает. Но со своим соседом отец сначала приехали в Рогайне. 3 месяца проработали на целлюлезной фабрике, а потом перевелся в Советск. Здесь на целлюлезной фабрике проработал 20 лет. Потом перешел в мясной комбинат, и там проработал 25 лет. Если бы проработал еще год, то имел бы самый продолжительный рабочий стаж в Калининградской области. По лестнице поднимаемся еще выше, осмотреть экспозицию музея Ведунаса. Все здесь находящиеся книги прибыли из литовских библиотек. Подлинники подарил профессор Домас Каунас, книговед и библиограф. Некоторые из них напечатаны в Тильзит. Наверное, книга «Мусужда Венис» – наша задача. Эта комната открыта совсем недавно, в марте 2010 года. Стенды рассказывают историю жизни Ведунаса. Навестили дом, в котором Ведунас прожил самый драматический период своей жизни. На жительство в Тильзит Вильгельм Староста Ведунас приехал в 1892 году. Здесь он прожил 52 года. Живя здесь, в 1933 году умирает Марта Рейшуките. Его соратница и помощница, героиня его произведений. В 1937 году, 17 ноября, умирает любимейший брат Юрги Староста. А 28 ноября этот мир оставила его жена Клара. И остался я совсем один в темнейших туманах ненависти и пренебрежения. Напишет Ведунас накануне своего 70-летия. Вацис Богданавичус рассказывает, что после войны всю большую библиотеку Ведунаса нашли в подвале этого дома. К
конечно, это место жительства было удобным. Недалеко парк Йокубинес, где проходили мероприятия общества Гедоту. В 1933 году в Германии начался нацизм, началось преследование Ведунаса. И среди самих литовцев начались разногласия. Как и теперь, тогда тоже было жесткое трение. Говорила, что Ведунас потакает немцам, когда он поехал на конгресс национальных меньшинств, организованный немцами. Часть литовцев этому возражали, говорили, что Ведунас раздробляет единство литовцев. Один? Три минуты. Полчаса езды на автомобилях, и мы снова в усадьбе Жемгулей, которая на неделю стала нашим домом. А здесь, как оказалось, не очень нас и ждали. Идет киносеанс, который наше возвращение прерывает. Пытаемся искупить несвоевременное возвращение гостинцам, знаменитым сыром Тильзит. Гостья пленера. Пятница. В пленере двойной праздник. Состоится конференция о Ведунасе и ожидается гостья из города Шиуляй, крестная Ведунаса. Прибывшую гостью Гражбиля Венслоускайте, рожденную в 1912 году, с участниками конференции познакомил Вацис Богданавичус. Благодаря нашей киностудии мы с вами уже как бы и знакомы. Конечно, некоторые из нас помнят вас и как работника юриспруденции. Тогда вы тоже были знамениты. Гражбиле – это просто легенда во всех отношениях. Нам она и как чудо долгожительства. Может быть, и не совсем по принципам Ведунаса, но все-таки основа та самая – Ведунаса. Ведуна, bet vis dėlto pamatiniai dalykai yra šiaip ar taip, kaip mes nustatom ведуniški. Ну а то, что Ведунас меньше ел шоколада, это не главное. Вы нам на этой лужайке уже говорили из фильма. Но увидеть живую легенду и непосредственно с ней пообщаться, собравшимся здесь последователям Ведунаса, будет неизгладимое впечатление, которое они увезут с собой. Теперь мы и хотим, чтобы вы просто рассказали о себе то, что вы считаете нужным рассказать вот этим любопытным людям, которые себя считают тоже молодыми, хотя некоторым уже за 70. Гражбиле Венслоускайте говорит, что хочет поздоровиться и что лагерь ей знаком. Она выросла в организации скаутов. Много раз была в лагере скаутов. Здесь я, конечно, самая старшая. Мне 98 лет. Даля говорит, что ее мама тоже была скаутом. Она такого же возраста, как и Гражбиле, но ее уже давно нет. Зимус говорит, что Даля тут уже не утешила. Антанас передает поклоны Шиуляе. Гражбиле Венслоускайте удивлена. А вы Шиуляе? Ну да. Так почему я вас не знаю? А почему я вас знаю?
Вы нрався не меня, я в карты играю, вы не играете. О, но ты. Тасис тоже еще гуляя, знакомый. А я Укштайте представилась Юрате. Чего лете, Сергей? Но. Добрый день, спасибо, что приехали. Впервые вас вижу. Первая карта из Мата. Не Йоля, знакомая еще Ляля. Я такая худая, как будто из концлагеря, показывает на себя Грашбиля. Очень приятно, вы тоже знакомы. Нет, только по интернету. Он еще что кинет. Вот и нашли меня, самую старшую. Со всеми поздоровавшись лично, Грашбиля Венсловскайте начала свой рассказ. Я долгожительница. Выросла в большой компании детей. Мать Грашбиля, Станислава Якшевичуте Венславскине, вырастила и воспитала две свои родные дочери и около 100 чужих. Все дети называли маму мамой, и я называла мамой, думая, что я такой же ребенок, как и они, с одним только исключением, что отец был только моим отцом. Мама была мамой всех детей, но отец только мой. Я думала, что он привез меня из Риги, так как моя старшая сестра родилась в Шиуляй и здесь же была крещенная. Я не была крещенная. Мой отец был социал-демократом и не хотел католического крещения. Я был вторым ребенком в семье. Первого ребенка воспитывала мать, а второго – это меня. Отец. Аш антр вейкат покрывал тевой. Ир манау. Тева мана ира, о мама вису мана и мана мама. Когда однажды я, будучи уже подростком, была недовольна, что не надо придерживаться поста, пожаловалась отцу и сказала, что буду с ним. Мать была искренне верующей. Отец предложил мне поговорить с мамой. Я не поняла, при чем тут мама. И тогда отец сказал, что это настоящая моя мама. И спросил, а мама мне этого не говорила? И только тогда я узнала, что она моя настоящая мама. Росла вместе с этими детьми в хороших отношениях. Конечно, дралась и ссорилась, как и все дети. Я еще каталась на катке, когда мне было уже 80 лет. Люди приходили посмотреть, какие я фигуры выкручиваю. И теперь я каждый день, утром и вечером, хожу по бульвару. Люди меня останавливают и вспоминают, как я каталась. Что могу сказать о Ведуносе? Это вам должно быть интересно. Так как мой отец не хотел меня крестить в католической церкви, у меня не было свидетельства о рождении. Из гимназии, где я училась, написали отцу записку. Отец говорит, ну нет свидетельства. Отец был членом учредительного сейма Литвы и боролся за гражданскую матрикацию, которой тогда в Литве не было. И, наконец, к нам домой пришел директор гимназии и сказал, господин Ланслоуский, из Министерства просветления приезжала комиссия и сказала, что детей без документов нельзя держать в гимназии. Отец озаботился. В то время у нас гостил Ведунос. Моя мама была первой профессиональной литовской актрисой. Первое представление «Америка в бане» на литовском языке показано в Паланге в 1899 году,
как режиссер поставила моя мама и сама играла главную роль. Мама обрадовала, что Ведуна поговорит с отцом. Ведуна сказал, что он будет крестным отцом. Он был не католик, а лютеран. И отец согласился. Нет, Ведуна был лютеран. И Ведуна стоял сутика быть крещатеву. Крестной матерью была бывшая воспитанница моих дедов. Потом она перешла жить в дом моих родителей. Мне было уже 12 лет в 1924 году. Наверное, странно выглядит. Ведуна скрестил меня, а я с ним уже общалась. Ir dabar aš patikysiu, kad jis, Ведунас, į tą крещение labai rimtai žiūrėjo. Ведунас к крещению относился очень серьезно. С того момента, как он стал крестным отцом, он чувствовал себя ответственным. Ну, atsakingas. Жожу, kad jis kažko turi prisidėti. Ir jis rūpindavosi. Приехав в гости, он всегда интересовался, чем я занимаюсь, советовал. А когда я стала скаутом и скоро стала начальником, он очень радовался. И я любил греть еще и вершиненьку, не лабай супранту. И дебар, каш галил мокинт, пати будема. Не очень понимаю, что я могла учить, будучи 14-15 лет. Ездила в Тельща и Тураге, там собирались учителя, и я говорила им, как начальник скаутов. Знаете, и хорошо себя чувствовала. Но я понимаю, как они думали обо мне. Жизнь моя пролетела как мгновение. Я имею начальное музыкальное образование. Моя мама считала, что какой ребенок не был бы, если он не глухой, должен играть на фортепиано. Все играли, конечно, и я училась. У меня слух был. Отец играл на скрипке, и я тоже. Наверное, имела какие-то завоевания, потому что попала в оркестр и играла на концертах второй скрипкой, не первой. Мне нравилась виолончель. Училась на ней играть. Музыкальное образование, что вы ни говорили, я имею. Только на гармошке не играю. Жизнь моя пролетела как мгновение. Языки мы, конечно, учили дома. Польский, русский, немецкий, английский, французский. Знаю, этот багаж имею. Немножко о своем характере. Знаете, ни с кем очень не ссорюсь. В детстве дралась. Наверное, что побеждала. Говорят, что я очень настырная. Не знаю, сами увидите. Не знаю, и спать побоюсь, это раз отпирую. Ну и каждый. Наверное, и все. Если есть вопросы, отвечу. А кто вам выбрал имя? Гражбили. Складно говорящие. Я думаю, что Ведунас. Мама руководила в Шиуляй кружку непрофессиональных актеров. Мама, наверное, хотела, чтобы я развивалась как актриса. Подали по аукштиням, и там я стоял.
Во время представления я должна была стоять без движения, как статуя. Но в зале я увидела знакомого и соскочила со сцены. Мама очень возмутилась, актриса из меня не получилась. Tai tada taip pasipiktinė mano mama, sako, aš tave pastačiau, norėdama, kad mat, iš aktorės nieko nebūtų. Žizmį sdėlal aktrisui, smėjelį slušatėlį. Sėkmingai ėjau. Но я удачно служила у отца. Он предложил мне быть его ненастоящим секретарем. Моя задача была каждый день отнести в почту его корреспонденцию. И немножко мне платил. И я так удачно ходила, но однажды заиграла с детьми во дворе. Двор большой, две команды, соревнования, и мне все вылетело из головы. Когда вспомнила, побежала к отцу. Он уже одет, собирался уходить в почту. Говорю, чуточку я опоздала. Не чуточку, а 5 минут. Такие служащие никому не нужны. Я растрогалась, начала извиняться, потом подняла руку и говорю, клянусь, больше не буду опаздывать. Отец говорит, не клянись, в жизни еще многое случится. Меня растила немка и называла Зюсхен, сладенькая. Когда мне было 6-7 лет, отец говорит, боже мой, сладенькая, Зюсхен, будешь Зиса, без Хен. И так я стала Зиса, и до сих пор меня так зовут, Зиса. А имя Грожбиля появилось уже позже, когда мама начала ставить произведения Ведунаса. Он с мамой очень близко общался. И тогда кальбедовал при варде, и до того карта аж гавал та варда. Дар не гимназия буду, дар преж гирока, преж крикшта. Йозес интересуется, чувствует ли Грожбиля какое-то психологическое воздействие, как личность Ведунаса повлияла на ее. Моя сестра такая неласковая, а я от Ведунаса получила какую-то ласку, честность, выполнение обещаний. Он всем интересовался, он не говорил, не делай, а как-то мягко. Может быть, было бы лучше этого или того не делать. Не надо горячиться, не надо другого оскорблять. Он же видел, как мы между собой общались и дрались. Я сама чувствую, что он мне не чужой. И если во мне есть что-то хорошее, то это от него и от отца. Ведунас был очень строг в еде. Он любил орехи. Мой отец тоже не ел мяса. Не в принципе, но не ел. Любил орехи и мед. Ведунас пил теплое молоко, не вареное. Разные каши ел. Однажды его ночевать позвал Масюлис. Была его фирма в Шиуляй, а он сам был консулом Литвы в Тильзе. Ведунаса, как знакомого, пригласил к себе в гости. Ночью Ведунас прибежал к нам и говорит, ужас, на стол труп положили.
у могилы Витунаса. У могилы Витунаса Гражбиля Венславскайте на мгновение застывает, словно возвращается в детство на встречу с Витунасом. Рамбинас. Моя тема в мире здесь ходил Витунас. Тильзит вид нас горы за Неманом. Кто не поможет, если сам себе не поможешь? Да, да. Я от боли за всю жизнь никакой таблетки не брала. Зубы вытаскивали? Нет. Йозас тоже вытаскивает зубы без таблеток. Я не хочу, потому что отец мне сказал, что каждая таблетка убирает кусочек мозга. Очень успокаивает такой ландшафт. Это ведь святое место издревле. Внушительно оно было всегда. Гражбиля Венславскайте временно оставляет конференцию и посещает усадьбу-музей Мартинаса Янкуса. Директор музея Сигутя Куликаускене приветствует посетившую музей Гражбиля Венславскайте и зовет познакомиться с экспозицией. «Мартинас Янкус мне не чужой», — говорит Гражбиля. Вот в этой мемориальной доске говорится, что Мартинас Янкус – общественный деятель и участник национального движения. Здесь экспозиция посвящена местной жительнице Елене Григулайтите Кондратавичене, которая написала книгу «Воспоминания». Мартинас Янкус и план его усадьбы. Эта типография сделала огромное дело. Портативная печатная машинка, очень удобна в дороге. Все так величественно. Эту книгу каждый год во время празднования Купалы несут на гору Рамбинас, и почетные гости в ней оставляют свои записи. Портрет князя Витаутаса Великого, рукопись Мартина Янкуса, и здесь запись Витунаса. Имею ли я право попросить вас подписаться в этой книге? Очки вы не употребляете? Имею очки, но не очень помогают. Спасибо, очень приятно.
посмотрела экспозицию и вспомнила все, что тогда писали в газетах. Какое большое дело было сделано. В сарае, который уцелел, проводятся пленеры. В этом году рисуют дети. Они рисуют то, чего нет, но что было. Руководитель пленера Гедиминас Качулис говорит: «Я был на конференции и вас слушал. Я видела вас. Все увиденное так тронуло меня. Много читала, много знаю, но сама никогда не видела». Здесь уж совсем молодой джентльмен. Здесь пятеро из Пагеги, два из Шилуте и один из Лумпены. Живут они в бывшей школе в Борденой. Каждый день приезжают на велосипедах в Битены. Детям проводятся небольшие ознакомительные экскурсии, а остальное время они рисуют. Молодец. Прейда и Перволка. Я ирга не мокащей. Я куршей. Прейле и Перволке тоже живут не немцы, они курши. С одной семьей из Перволки мы общались около 5 лет. Они имеют свой язык, вороны едят. До свидания. Я напишу открытку. Как я должна писать? Лумпену семинья. Лумпену семинья по гегю савивальдиве. Давай. Обеденный перерыв. Крашбиля Венслоускайте опять в кругу новых друзей. Краткая беседа с председателем общества Ведунас Вацисом Богдановичусом. Надо не сдаваться, но не кулаками, а своей культурой. Показать, что мы живы и чем мы живы. Что мы говорим на своем языке, что насильственные средства не помогут. Мы говорили, говорим и будем говорить. Весело. В этот миг жизнь всех собравшихся кружится вокруг крестной Ведунаса. Вместе готовится обед, вместе обедают. Краткие разговоры, смех. Гостья не умеет долго грустить и быть серьезным. С годами она не утратила детской чистоты и умение непосредственно общаться. Берутей Казимира Жемгули гостья дарит мед своих пчел. Чтоб помнили, что были в Бите. Бите в переводе с литовского «пчела». И у меня просто балует и благодарит Гражбиля. Спасибо за дружбу. В следующий год приеду сюда с ночлегом, привезу палатку. Можно раньше, когда возвращаются аисты и когда в конце лета улетают. Хорошо, приеду.
сюда отвезти. Я готова прожить еще 10 лет. Мой глазной врач сказал, что глаз хватит еще на 10 лет. Гостю провожают песню. До свидания, говори сестрам, до свидания. Конференция продолжается. Так уже нашли? Здесь есть бетены? Так это прекрасно. Мой брат родился в Каунасе, и маленького увезли. А у меня не было случая родиться в Литве, я родился в Германии. Много лет работал в Америке, в школе, учителем, а потом директором. Так мне начать говорить? Это мой старший брат. Отец по субботам усаживал нас за столом и говорил: «Детишки, через слезы, через трудности, но будете говорить по-литовски. Я буду вас учить. Английский выучите во дворе с друзьями, а теперь будем учить родной язык сквозь слезы». Так мы и учили литовский. Отец был очень строгий человек. Он тоже родился в Америке, в литовской семье. Но его отец умер, когда он был маленький. Его родина около Шиуля и Радвилишкис и деревеньки в округе. Туда со своей матерью он и отправился. Отец рассказывал, как он метался по всей Литве, потому что был инженером и водил провода телефона и телеграфа. Потому хорошо узнал Литву и нам рассказывал о своих скитаниях. Недалеко от Чуляя есть городок Папиле. И во время этих скитаний отец встретился с моей мамой, литовкой Геновайте. Понравились друг другу, и отец привез ее из деревни в Каунас, где он работал. Они поженились и родились 2 ребенка. Родственники у нас по всей Литве. Все родственники остались в Литве, некоторые побывали в ссылке. В Америке у нас нет родственников, так когда приезжаем сюда, собираются родственники сотнями. И фонд Ведунаса я поддерживаю. Фонд выпускает рождественские открытки и за 4 месяца газетку, где пишет о Ведунасе и Бетенах. Отец поддерживал фонд, и я поддерживаю. Мы все были скаутами. Фонд Ведунаса поддерживает скаутов. И мы, потому что сами были скаутами, поддерживаем фонд в Америке. Спасибо за беседу, очень интересно было. Удачи вам. Конференция продолжается. Поняли, что Кеня говорит, зачем сочинять какие-то теории и терять время, когда все уже сказал Ведунас. Я задумала попробовать, можно ли хотя частично применить указания Ведунаса по питанию. Где же его применить, когда мы все живем отдельно? А здесь, в Бетянай, мы все вместе. Я и попробовала готовить. И люди согласились, без всякого насилия. Приготовила, едят, еще благодарят. Мне неудобно, но они благодарят. Кажется мне, что все были более-менее довольны или хотя бы молчали. Я для себя сделала вывод, что система питания Ведунаса, как я сумела ее воплотить здесь, в Бетены, оправдала себя полностью. Ведунас в советничество было приемлемо. Томас Таника спрашивает, был ли Ведунас в советское время доступен?
был ли он запрещен. Хотелось бы уточнить у Вациса два вопроса. В чем причина, что в 1968 году Видунас как бы воскрес у нас в Литве? Что было нужно, чтобы можно было взять и почитать философское наследие Видунаса? Вацис Богданавичус отвечает, что произведение Видунаса можно было читать только в спецфонде. Нужно было разрешение. Те произведения, которые были написаны за границей после войны, эти произведения были недоступны. Даже самые невинные, например, о Донелайтисе. А ранее, довоенные, все до единого произведения были в отделе редких печатных книг. Конечно, книги больше были в фондах научных библиотеках и в фондах самых больших общественных библиотек. Кто хотел, мог получить. Не надо делать большого ажиотажа, что Видунас был так совсем запрещен. Я и сам не совсем понимаю, почему его не запретили. Но мне кажется, что не были запрещены и некоторые другие эмигранты, которые не сделали каких-то резких и открытых заявлений. Можно было в этих фондах найти и до войны напечатанные произведения, и поэтов, и прозаиков. Конечно, нужно было получить разрешение. Даже немецкому изданию Видунаса 7 столетий немецко-литовских отношений. Диана вспоминает, как этой весной в Сейме прошедшая конференция упоминание о Видунасе показало, что множество людей и множество обществ Видунаса знают, но ни по телевизору, ни по радио и в прессе об этом почти не слышно и не видно. Поэтому работа нашей киностудии и сайтов – делать все, чтобы о Видунасе знали. Конечно, в том смысле, как учил Видунас – поднимать благородство народа литовского. Плохой солдат, не хотящий стать генералом. И перефразирую, что плох почитатель Видунаса, не хотящий стать зрячим. Томас Таникас говорит, что, конечно, намного важнее, зачем нам здоровье нужно и как мы им пользуемся, а не какими диетами удобряем. В этом отношении Видунас был человек особенного здоровья. Такой духовно здоровый человек не мог не быть вегетарианцем. Он очень широко понимал прогресс и сам присоединился к этому процессу. А именно, к почитанию отделений, стоящих ниже человека, то есть животных. Видунас упоминает, что человек получает вместе с мясом. Он получает энергетический заряд. Он заполучает звериную страсть и также тот ужас, который чувствует животное, когда его убивают. Если человек этичный, то он для своей прихоти не будет убивать, чтобы удовлетворить свою привычку есть мясо. Я никак не хочу согласиться, что возможен такой случай, что человек, переставший есть мясо, попал в реанимацию. Это какое-то недоразумение. Как врач я не нахожу никакого объяснения. Йозеф Шидышкис говорит, что мы особенно должны быть ответственны перед молодежью, которая приезжает сюда, может быть, впервые. Мы в некотором смысле имеем обязанности, представляя жизнь и деятельность Видунаса.
Vidūno vis tik privalumas kaip asmenybės yra tas. Ценность Ведуноса как личности в том, что он своей жизнью реализовал то, чему учил. То единство и есть самое большое доказательство, что те истины, которые он утверждал в жизни, могут быть очень ценными, если, руководствуясь ими, их реализуем. Основной принцип Ведунаса – это владеть своей физической природой, чтобы через нее полностью выявлялась духовная основа человека. Ведунас руководствовался и восточной, и западной мудростью. Он своим учителем считал Пифагора и почитал греческих мудрецов, которые говорили о том же, что владение своей физической природой – это единственный путь духовной эволюции, духовного развития. Эволюциос, двасинио тобулеем. Ир йогос ира токс апибендринтас тейгинис. Есть такое общее понятие, что целомудрие есть основа всякой морали и всех религий, всех настоящих верований. Это главное и основное понятие. А суфии утверждали, что человек, преодолевший свои страсти, становится владыкой всех миров. Овладев своей физической природой, своими инстинктами, страстями, желаниями, иными словами, перестав быть рабом своих слабостей, человек через свою личность полностью позволяет выявляться духовной среде. И свой аппарат он употребляет для своей духовной природы. Norus, na, taip sakant, nėra jų vergų, o jo valdovų. Ir pilnai šitą aparatą panaudoja reikštis savo dvasiniai prigimčiai. Ir čia Vidūnas buvo etalonas. Ir mums, kaip mūsų... Jis dės Vidūnas būl etalonam. И нашему народу он является огромной ценностью. Он нам как отец родной, народный водитель по пути духовной эволюции. Матерью народа по пути нашей духовной эволюции я считаю Шатриос Рагана, колдунья горы Шатрия, псевдоним Марии Печкаускайте. Изучите жизнь ее и Ведунаса. Она тоже была глубоко дисциплинированный человек в физическом смысле. И ее духовная сила выявлялась также народным просвещением, художественной творческой работой и общественной деятельностью для блага народа. Она, овладевшая своей физической природой через свой телесный аппарат, позволяла выявляться своему духовному и творческому потенциалу. Это нам такой пример. Не можем мы сразу стать такими, но направление, основы учения Ведунаса и других духовных учителей есть нам как средство идти этим путем и потихоньку достигнуть какого-то результата на эволюционном пути. Спасибо вам за прекрасный недельный пленер. Конец фильма.